Привет, друзья! Сегодня у нас вот такая no-name коробка на распаковке. Ну, это всего лишь транспортировочная упаковка без единого опознавательного знака. Это посылка из Китая, с сайта AliExpress товар заказан. И в такой вот пупырке у нас содержится упаковка с SSD формата M2 емкостью 512 гигабайт от производителя ADATA. Технология ячеек памяти 3D NAND TLC. Это один из самых современных вариантов на данный момент. И по соотношению цена-качество, в общем-то, один из самых приемлемых. Здесь указаны достоинства, краткие характеристики. Также имеются надписи на различных языках, в том числе и на русском, украинском, казахском. То есть поддержка стран бывшего Союза или СНГ. Обеспечивается. Скрываем защитную наклейку, пломбу. И в упаковке у нас содержится сам SSD диск. И внутри мы видим, что-то напечатано. Но я думаю, коробочку корочить мы не будем. Какая-то информация там содержится. Я думаю, что ничего особо важного. Ну и теперь вот таким образом у нас выглядит наш накопитель. Очень компактный. Ну, собственно, стандартный размер для такого форм-фактора. Производитель заявляет, что скорость передачи данных до 6 гигабит в секунду. Ну, скорее всего, что будет несколько меньше. Этот SSD планируется использоваться в ноутбуке Xiaomi Mi Notebook Pro. Распаковка и первый, так сказать, краткий обзор вы его уже видели. Вот таким образом у нас выглядит наш твердотельный накопитель. Ссылки, как всегда, будут в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, следите за новостями канала в социальных сетях. Поддержите развитие канала. Ну а пока всем спасибо за внимание. До новых встреч!